Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня нарисуем цветочек. Понадобятся эти цвета Impulse Deluxe и, как всегда, моя несменная арт-паста. Наношу на ноготок Impulse Deluxe 650 номер. Эти гель-лаки мне очень нравятся своей пигментацией. Кроме хорошей пигментации и плотности, все материалы Impulse еще и гипоаллергенны. Работая с ними, можно не бояться появления через день или вообще через полгода аллергии. А в основном аллергия имеет накопительный характер и проявляется не сразу. На палитру ставлю номер 210 и топ. Кисть от Impulse также. Подмешиваю 210 в топ. Рисую крупные полупрозрачные лепестки. Не закрашиваю их полностью, провожу кистью, остаются как бы такие вот прожилки. Так их и оставляю. Всем моим подписчикам сайт ProfImpulse дает скидку в 10%. При заказе нужно указать промокод It's My Nail. Еще раз полупрозрачным пройду по лепесткам, как бы оттеняя их. Больше всего цвета в основном у основания лепестков, там чуть больше наношу его. Чистым 210-м слегка прорисовываю лепестки по контуру. Этим же чистым 210-м номером рисую второй ряд лепестков. Они по размеру меньше предыдущих. Также их не закрашиваю полностью, оставляю прожилки. На палитру ставлю 310 Impulse Deluxe. Закрашиваю им лепестки, но не сильно, просто слегка придаю розовый оттенок. Теперь беру тоненькую кисть, затемняю серединку, вытягиваю лучики, повторяющие линии лепестков. На верхние лепестки штрихами вытягиваю тени с серединки. Как-то слишком получилось, лишнее убираю сухой кистью. Кисть нужно постоянно вытирать, чтобы не размазать черный цвет по всему рисунку. Перекрываю дизайн топом. Этот каучуковый топ без липкого слоя оставляет красивый глянец и очень мне нравится в носке. Очередь арт-паст. Кисть пропитываю в материале. Капельки на кисточке не должно быть. Едва касаясь ноготка, веду тонкие воздушные линии. Теперь чуть побольше набираю материал, прорисовываю верхние лепестки. Здесь линии немножко потолще. Thank you.
Рисую тычинки. Расставляю капельки топа на тычинки. На топ креплю золотые камефубуки. Теперь на каждый камефубук ставлю по капельке топа. Кружочки сразу начинают блестеть и переливаться. Рядом на ноготке можно нарисовать продолжение цветка. Делаю немного ярче лепестки. Перекрываю топом. Белой арт-пастой прорисовываю лепестки. На свободном месте дополняю дизайн прорисовкой. Рисую неровные линии, соединяющиеся в разных местах между собой. На некоторые области между линиями наношу топ. И креплю камефубуки. Вот так получилось. В лампу перекрываю топом кружочки. Вот в цветочке мне сразу что-то не понравилось. Нужно было добавить еще лепесточек. Это надо было делать, конечно же, сразу, но лучше позже, чем никогда. Придам розовый оттенок. Перекрываю топом. Прорисовываю арт-пасты. Рядышком можно сделать лунный маникюр. Украшу линию лунки камефубуками. Перекрываю топом. Вот так выглядит композиция в целом. Нежно, красиво, не скучно и не слишком броско. Ссылки на материалы оставлю в описании под видео. При заказе не забывайте указать промокод, чтобы получить скидку. Вся информация будет в описании под видео. Ну а если вам понравилось это видео, поблагодарите меня лайком. Вам не трудно, а мне приятно. Пишите в комментарии, понравился ли вам дизайн или нет, и вообще нравится ли вот такая вот композиция на 4 ноготка. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всего доброго, хорошего дня!